За несколько часов до игры «Шерифа» свой матч в итальянском чемпионате провел «Интер». Миланцы на родном Сан-Сиро обыграли «Удинезе» 2-0. Оба мяча на счету Хоакина Корея. Он забил их во втором тайме с разницей в 8 минут. Несмотря на победу в турнирной таблице, Интер все равно идет на третьем месте. Отстает от Милана и Наполи на 7 очков. После игры наставника Интера Симона Инзаги спросили, в каком состоянии команда перед матчем в Тирасполе. У нас очень важный матч с «Шерифом», важный для нашего будущего в Лиге чемпионов. С точки зрения логистики непросто, придется ехать в Тирасполь, чтобы сыграть там матч в стиле Интера. Это будет тяжело, ведь «Шериф» обыграл «Шахтер» и «Реал». В первом матче в Милане Интер выиграл у «Шерифа» со счетом 3-1. Единственный мяч у нас забил Себастьян Тиль.